Жители Хакасии приглашают принять участие в международном конкурсе по созданию масштабного мемориального комплекса «Курская битва». Его проводит Российское военно-историческое общество. Комплекс появится в Панеровском районе Курской области. Это именно то место, где были остановлены немецкие танки. Напомню, Курская битва – крупнейшее танковое сражение в истории человечества, которому в 2023 году исполнится 80 лет. Основой будущего мемориала должна стать идея о противостоянии человека и техники. Заявки будут приниматься до конца января 2022 года. Лучший архитектурный проект объявят в феврале. Все подробности можно узнать на сайте Российского военно-исторического общества.